А вот и цирк на горизонте. Сегодня на представление должно прийти много пузатеньких малышей. И все захотят моего мороженого. О, девочка. Девочка, ты хочешь моего мороженого? А у меня всего одна копеечка, дяденька. А я тебе бесплатно дам. Иди сюда. Моя мама говорит, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ну ладно, тогда я тебе порцию за одну копейку продам. Это почти что даром. Моя мама говорит, что даром только птички поют. Какая же умная у тебя мама. Иди сюда. Сержант, смотрите! Именем закона, остановитесь! Полиция застукала. Пора сматываться. Немедленно остановите фургон. Вам не укрыться от полиции. Нужно поддать газку. Сейчас мороженчика схватит полиция, и они освободят нас. Это сама судьба. Немного оторвался. Нужно укрыться на кладбище. Там они меня не найдут. Ну вот, вроде пронесло. Мало кто знает об этом кладбище. Неужели полицейские его так не поймают? А я так надеялся. Ладно, нужно подумать, как освободить бабушку. Что-то меня эта погоня утомила. Нужно отдохнуть. О, вот удобное место. С постелькой. Кого сегодня хоронить будем, преподобный отец? Кого Бог пошлет. Уже подготовили? Так быстро? Ну что же, начнем. Помогите, помогите! Что такое, мальчик? Как ты тут оказался? Мою бабушку похитил мороженщик. Он заморозил ее и посадил в клетку. А я не знаю, где найти ключ, чтобы освободить ее. А вот, кстати, и он. Мороженщик, тащите его в полицию. Как тебе не стыдно, мальчик, издеваться над покойником? Иди поскорее домой и хватит баловаться. И вообще, кладбище это не место для детей. Уходи отсюда. Как же так? Что же теперь делать? Как освободить бабушку, если мороженщик помер? Ну что, продолжим? Ту-т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 у. Святой отец, а почему сегодня без музыкантов? Музыканты в шоу-бизнес подались. Говорят, там больше платят. Ладно, сегодня обойдемся без музыки. Я не знаю, был ли этот человек хорошим или плохим, но это уже не важно. Он просто прожил свою жизнь и умер. И я не буду за него молиться, потому что ему и так уже хорошо. Я лучше помолюсь за тех, кто жив и не знает, что их ждет за поворотом. Как говорится, аминь. Опускай его скорее и закапывай. Мне сегодня еще в цирк с детьми ехать. Постойте, не закапывайте. Я уже отдохнул. Ну что ж, теперь, когда мороженщика больше нет, освободить бабушку будет не так-то сложно. Просто нужно позвать сюда полицейских, и они ее освободят. Кто-то сел в машину. Пора ехать в цирк, а то малыши заждались. О, нет, он вернулся. Вот это поворот. Что же теперь будет с бабушкой и Балди? Что мороженщик задумал сделать в цирке? Если хотите увидеть продолжение, ставьте лайки. Давайте наберем 15 тысяч лайков. А также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Всем пока!